Всем привет! Сегодня будет очередной влог. К счастью или к сожалению, кто-то смотрит только влоги, кто-то обзоры, но на протяжении нескольких дней я пока что не могу снимать при таком дополнительном освещении, которого требует моя основная камера, с лучшим качеством, с лучшим звуком. Я потом скажу вам почему. И прежде чем я начну вам что-то показывать и рассказывать, я хотела бы сказать огромное спасибо за все слова, за все комментарии, за все то добро, которое вы подарили мне под последним влогом свадебным, когда приезжала мама. Вы написали столько приятностей в адрес моей мамы, моей семьи, столько пожеланий. Я себя так почувствовала, как будто у меня день рождения, или это у меня была свадьба, или у меня была свадьба. В общем, огромное спасибо, вот человеческое спасибо за то, что вы отдаете мне взамен. Потому что когда снимаешь видео, просто косметический обзор, это одно дело, когда ты показываешь частичку своей личной жизни, и вам не просто нравятся эти видео, вы чувствуете атмосферу, которую я хочу вам передать, и это не просто возвращается ко мне там в двукратном или трехкратном размере, это такой сумасшедший обмен энергетикой, вы себе не представляете, как сильно это вдохновляет, как это мотивирует. У меня не было такого момента, чтобы я вот, знаете, сказала себе: все, хватит, я больше не хочу заниматься ютубом, но вот, не знаю, сейчас мне особенно хотелось сказать спасибо за то, что вы со мной много лет или только присоединились ко мне на просторах ютуба и инстаграма, и я стараюсь регулярно благодарить моих зрителей за то, что вы следите где-то за моей жизнью и за моими обзорами, доверяете мне, но поверьте мне, что я думаю об этом очень часто, каждый день. Я искренне благодарна каждому за то, что у меня есть, потому что это такое комьюнити, это, я сейчас прозвучу как Бузова немножко, но я не хотела бы на нее равняться, но вот мои люди, мои единомышленники, люди, которые со мной заодно, которым интересно то, что я делаю, я искренне вам благодарна. И я даже не знаю, с чего начать. Была у меня недавно мама, вы уже об этом знаете, и мы с ней ходили на шопинг, я показывала вам ее покупки. Мама так боялась, она говорила: Оля, покажи, что ты там будешь публиковать, и даже для нее это был сюрприз. И я тоже рада, что вам очень понравилось то, что мы выбрали для нее. И мама часто говорит, что со мной у нее всегда удачный шопинг, есть вещи, на которые она вообще никогда не обратила бы внимания. Я так: мама, вот это, померяй, мама, вот это. Я так потом: блин, как классно, что я это купила. Я приобрела несколько вещей для дома. Куда оно все помещается? Пока что помещается. Я люблю всякие уютные покупки, и вот я реально всем этим пользуюсь. Сейчас я вспомнила, что где-то у меня лежат подсвечники, сейчас пойду найду. Была в Zara Home, и я хотела купить какую-то красивую бутылку для оливкового масла. Муха. Теперь будет меня раздражать все видео. Вот как от нее избавиться, я не могу прибить муху, она слишком быстрая. Короче, в Zara Home купила вот такую бутылку. Очень красивая, но ее начальная цена просто для сумасшедших — 20 евро. Как можно отдать 20 евро за стеклянную бутылку, какой бы она там раскрасивой ни была? Для меня это дорого. Так что была скидка 70%, я взяла ее. Очень красивая, будет стоять у меня на столе. Мы побывали в Италии, и вот там такая красивая посуда. И в следующий раз, когда мы поедем, я обязательно что-то куплю для дома. Очень давно хотела приобрести хрустальные фужеры, но хрусталь также обходится очень дорого, а с тем, как я все разбиваю, мне просто было бы очень жалко. Я хочу всем этим пользоваться. У нас часто много гостей, и я люблю красиво накрывать стол. И если когда-то я перегорю на ютубе, вот пойму, что все, хватит, я больше не могу, мне нечего сказать. Пока что я себе не представляю такой ситуации, но если вдруг, то я займусь дизайном интерьера. То есть я хотела бы пойти куда-то учиться. И если бы у меня было чуточку больше времени, я хотела бы даже бесплатно делать какие-то проекты, но пока что это нереально, так как я пишу и рекламные сценарии, я фрилансер, и всякие там компании реализовываю для разных брендов, пока что я не потяну и канал, и все остальное, и еще и дизайн, ну нет. Так что пока что буду захламлять наш дом. Купила вот такие фужеры. Это тоже Zara Home. Я взяла их 6 штук. Больше не надо,
Больше не было в магазине, начнем с этого, Оля. Если встречу еще два, то докуплю, потому что как-то 8, мне кажется, что чаще всего у нас 8 гостей. Ну вот, кто из семьи, самый близкий приезжает, когда мама там приедет, то тогда нас чуточку больше. Короче, если еще встречу, то куплю. Очень красивые, они такие тяжелые, и даже десерты красиво будет подавать. Так что я очень довольна, и они были недорогими, где-то в 3 доллара обошелся мне один, но они такие прям конкретные, видите, они не маленькие. Томик недавно был в рабочей поездке и привез мне несколько подарков. Это вот такой не атомайзер, как эта штука называется, в общем, это аромат для дома. И это бренд Rituals, у меня никогда ничего не было, откуда он знал, я без понятия, но я хотела давно кое-что попробовать, я покажу вам, что он привез мне лично для меня. Но вот это тоже меня очень сильно порадовало, скромный такой дизайн, видите, просто золотая эмблема и очень приятный аромат. Это чай с каким-то мандарином, что ли, ну, в общем, пахнет очень ненавязчиво и очень интенсивный аромат. У нас здесь большое пространство, поэтому у нас все палочки стоят, но мне изначально даже хотелось несколько из них достать. Я так думаю, что это не дешевая штука, но в качестве подарка, в качестве даже какого-то декора для дома очень здорово смотрится, и, наверное, я даже своей свекрови куплю что-то такое на праздники или на день рождения, потому что и аромат приятный, как бы, и чистота, и вот что-то такое освежающие, кому-то может показаться немного мыльным, мне кажется. И также Томик привез мне набор Rituals, и вот я без понятия, то ли он хорошо меня знает, но я думаю, что в косметике он не разбирается, скорее всего, ему подсказали, что это самый популярный аромат Rituals, ну да, Rituals Sakura. Красивая упаковка, я ее сохраню. Она мне пригодится для съемки видео. И что здесь? Ух ты, это очень красиво. Мыло для рук. Тоже такой скромный дизайн и практически бесцветная упаковка с легким розовым оттенком. Еще здесь такая интересная штука. Это как бы средство для мытья в пене. И аромат. Сейчас открою, что-то понюхаем. Скраб для тела. Нежнятинка. Угадал, угодил. И еще здесь крем для тела небольшой. Ну вот, когда еду в поездку, то такой формат в самый раз. И, девочки, была в H&M Home, взяла несколько декоративных наволочек для подушек. В H&M они мне очень нравятся, они хорошие по качеству, и каждая из этих стоила около 4 долларов. Так как я люблю менять, и иногда они стоят у меня на фоне моей комнаты, и здесь я экспериментирую, так что взяла целых 3 в разных цветах. Вот это такой медовый цвет, он красиво будет сочетаться с зеленым, и с синим, и с серым, понятное дело, с оранжевым. И, наверное, вот эту я буду использовать в своей комнате. Такая осенняя расцветка, вообще там было очень много красивых цветов, но я уже себя остановила на 3. Следующая такая кирпичная. Они велюровые, как бы, и если бы не дети, они служили бы нам годами. Но так как дети, то вытираются, но не специально, случайно, то что-то там с ними еще произойдет. Ну, короче говоря, я периодически обновляю все вот эти наволочки, и даже если у меня что-то остается с прошлого года, я думаю, с чем бы это все сочетать, и чтобы это смотрелось по-разному. Настроение у меня меняется, и мои домашние не против, чтобы я что-то постоянно тут меняла, так что я регулярно этим занимаюсь. И вот такую взяла с мыслью о праздниках. Да, если вы видите что-то классное на осень, на зиму или для дома что-то, что сейчас, возможно, не актуально, но продается по хорошей цене, и вы знаете, что вам это пригодится, что вам это надо, то я уже научилась, стоит брать, потому что потом я куплю это втридорога. И вот это стоило еще дешевле. Если я найду их на сайте H&M, то я оставлю вам ссылку. Размер у них 50 на 50. В магазине Дука купила вот такие подсвечники, взяла 3. Вообще они были в разных размерах, то есть вот сюда кладем такую небольшую свечечку, и были также в разных цветах, синие, голубые и вот эти. Я долго думала, какие взять. Во-первых, большие занимают много места на столе. И всегда, когда я снимаю влоги, я показываю только начало, и непонятно, что там стоит, и как бы пусто. Но чаще всего наставлено так, что уже для моих подсвечников не остается места.
не остается свободного места. Так что я всегда беру что-то такое маленькое, компактное. И кто-то не любит такие вещи, а я люблю украшать стол даже просто, когда мы обедаем. У нас всегда стоят живые цветы. И когда я сама ем, то я редко зажигаю свечи. Но если мы ужинаем вдвоем или в более такой большой компании, то у нас всегда горят свечи. И вот такие маленькие детали создают приятную, очень уютную атмосферу. Зашла с мамой в Бершку и увидела там такие классные джинсы. Я показывала вам их в Инстаграме. Вставлю фотографию, чтобы сейчас не снимать еще отдельно примерку. Мне хочется вот так, не заморачиваясь, посидеть, поболтать с вами, как с подружкой на кофе. Плотные джинсы. Такие слегка как бы вареные, они очень классно сидят, то есть в поясе они сидят как обычные джинсы, а дальше расслабленные. И номер артикула я укажу вам или на экране, или в инфобоксе, но в моем инстаграме есть специальная закладка под названием «Скидки», там все указано, я прямо фотографировала и размер, и номерок видно, можно заскринить, очень удобно, так что присоединяйтесь ко мне, кто еще не подписан в инстаграме, я всегда стараюсь выкладывать там что-то полезное, или просто что-то из моей жизни. Сейчас покажу вам два комплекта купальников из Нью-Йоркера. Это вещи не из распродажи, но если вы не знаете, то у них довольно неплохие купальники, которые служат даже не один год и не два. Одному купальнику, который я покупала там года так 4, наверное, он вообще не растягивается, не выстирывается, с ним все в порядке. И казалось бы, когда у тебя небольшая грудь, то тебе довольно просто найти купальник. Вот в Кальцедонии, допустим, очень растягиваются купальники, когда ты заходишь в них в воду. У меня было 3, и каждый из них я не ношу, потому что, ну, все нормально, потом ты купаешься, выходишь и здрасте. А с вот этими все окей. Единственный момент, я купила верх, и он с такими вот этими крылышками, кому они нужны? Но они отстегиваются, то есть можно просто их убрать, они здесь так прикреплены, чтобы они не потерялись. Ну, короче говоря, они съемные. И вот верх такой, он еще создает дополнительный объем, как будто у меня не B, а целых C. Я взяла себе размер XS. Я так иногда подшучиваю над собой, потому что раньше у меня была такая внушительная грудь, но вы со мной познакомились уже после того, как я родила первого малыша, и тогда я была самой худой в своей жизни, и сейчас я, например, в своем нормальном весе, но грудь у меня гораздо меньше, чем до первого ребенка. Так что не воспринимайте это на свой счет, если я шучу по поводу маленькой груди, что у меня там ничего нет и так далее. Это я шучу над собой. Маленькая грудь, когда она компактная, с самого начала это одно дело. А когда у тебя такая пышная грудь, потом ее несколько раз дули, надули, как шарик, да, то потом она выглядит, ну, не так аппетитно, скажем так. Я с этим живу, все нормально, но есть определенные причины, которые меня даже останавливают перед тем, чтобы идти делать какую-то операцию. Я не хочу разводить эту тему, потому что это связано не только со мной, но это касается здоровья. И если бы я делала операцию, то я просто добавила бы объем такой, как у меня был, то есть там на 2 размера больше. Но что касается риска для здоровья, если у вас где-то в семье по женской линии была онкология, то, возможно, лучше это все не трогать только для эстетического эффекта. У меня нет каких-то заморочек по поводу там маленькой груди, что я там себя стесняюсь или чувствую себя некомфортно на пляже или еще что-то. То есть пока мне с этим живется нормально, я это не трогаю. Так как в моем случае есть еще и риск что-то спровоцировать, то оно мне не надо. Я была на нескольких консультациях, на 3, и 2 доктора сказали, что, Оль, не трогай. Если тебе не печет, если ты с этим живешь, и у тебя все окей, то вот не трогай. Я иногда подшучиваю над собой, потому что все, что я примеряю там с прошлых лет, даже вот по сравнению с прошлым годом, с позапрошлым, у меня грудь становится все меньше, меньше и меньше. И я не знаю, с чем это связано. Такое впечатление, что если я худею, то худеет только грудь. Вот так. Хотелось бы, чтобы другие части тела чуть-чуть уменьшились в объемах. Ну, знаете, бывает, там чуть наберешь, хочется так поднапрячься, все остается на месте, а грудь еще больше уходит. Как так получается? Как назло. Так вот, верх взяла такой, в черном цвете и в цвете хаки. И они стоят, девчонки, около 15, наверное, долларов, то есть не так много. Я говорю, что здесь такой плотный материал, они без застежек, и у меня размер XS.
То есть они маленькие. У меня как-то вот под грудью маленький объем, 65-70 иногда мне подходят, но 70 потом растягивается и все начинает сползать. Вот. И низ я взяла вот такой, тоже размер XS, насколько я помню, но так как здесь завязки, то можно подогнать под фигуру. Мне нравится, что здесь такие золотистые элементы, и сзади очень прикольно трусики сделаны, то есть они такие вырезанные и делают попу не плоской, а наоборот такой, знаете, более собранной, более такой аппетитной, что ли. Вот. Цвет очень приятный, хаки, и на загорелом теле этот оттенок смотрится вообще обалденно. Ну, вы знаете, что я и хаки, у нас особое отношение с этим цветом, и черные трусики я вам показала, да, они у меня в размере S, и они уж такие обычные, ну, то есть не вырезанные, классические трусики с завязками, и я взяла S, потому что они мне подошли. Померила и все. Также в этом, в Нью-Йоркере я взяла несколько базовых футболок. Сейчас на мне футболка, за которую я заплатила 20 евро прошлой осенью. И она, видите, в ком виде. Я так хожу дома. Вы меня простите, если она выглядит какой-то такой немножко растянутой. Я не планировала снимать видео, а потом решила поделиться с вами чем-то. Так вот, в Нью-Йоркере тоже неплохие базовые футболки с разными надписями. И те футболки, которые в Заре там стоят $15, гораздо дешевле, в два раза дешевле, чем в Заре. Вот покажу вам несколько примеров. Я специально беру на размер больше, у меня, по-моему, все S-ки, для того, чтобы они смотрелись более объемными. Видите, такая лаконичная надпись, не какие-то там глупости, просто что-то такое нейтральное. Я взяла много этих футболок, потому что все мои любимые я затаскала до не хочу, на них страшно смотреть. Вот еще одна. Угадаете, какого цвета? Да, правильно. То есть, вы знаете, то, что актуально, но при этом недорого, да? И вот еще такая красная. Все они стоили, девочки, около $5. Вот такая красная. Прикольная, с белой надписью, белая и розовая. И, конечно же, эти футболки не на года. Если сравнивать там с 12 Stories и так далее, где нет надписей, где нет ничего, они послужат меньше. Но вот эти футболки с надписями мне нравятся. Мне нравится, как они смотрятся под жакетами, просто с базовыми вещами остальными. Пока это еще и актуально и классно смотрится, пусть будет там на один год. Вообще, все базовые вещи нужно периодически обновлять, особенно те, которые часто стираются. И я посмотрела на свои и решила, что да, пришел их час, но я никогда не выбрасываю вещи, даже те, которые мне там надоели, или там даже те, которые я много раз носила и стирала, и просто устала от них, я отдаю это все семье. Я вам говорила, что мы помогаем одной семье, и детские вещи туда передаем, и все мои. И это так классно, когда мы приезжаем к ним на праздник, например, да, я вижу, что девчонки, там две девочки, одна где-то в возрасте 13-12 лет, дети так быстро растут, что я не успеваю за чужими, скажем так, и второй 9. И вот 12-летняя или 13-летняя по росту практически такая же, и по комплекции тоже, и она ходит постоянно в моих вещах, их сын младший донашивает вещи после Захара и Игната, но сколько там маленький ребенок наденет брюки или рубашки, в которые я иногда наряжаю малышей, и даже, ну вот, вплоть до каких-то костюмчиков спортивных. Все передаю, я вижу, что они этим пользуются, так что, когда я что-то покупаю, то я делю как минимум на 2 или на 3 в случае детей, потому что я знаю, что будет носить и Захар, и Игнат, и потом еще Милош. Вот, так что как-то так. И, девчонки, у меня тут произошла неприятная ситуация. Почему я не могу снимать и заниматься спортом? У меня начался дерматит. Да такое, что как только мне жарко, я схожу с ума. И вообще, вот это вот почесывание... Короче, вечером я иду к доктору, потому что я уже не могу выдержать. И я не меняла шампунь, я не меняла крема для тела. Мало того, я практически ничем не пользовалась таким, ну, и ничего нового не тестировала. Вот здесь и вся кожа головы. Это просто ужас. Ну, то есть, сегодня ночью я практически не спала, потому что чесалось все, и у меня когда-то такое было, и не обошлось без лекарств, без мази специальной, без шампуня, но сейчас еще перешло на руки. Это было лет 7 тому назад или 8, и сейчас снова ко мне вернулось, пока это не перешло на лицо и
не распространилась по всему телу, иду к доктору, и поэтому не могу снимать стационарные видео. Я так хотела снять классный ролик, но пока что придется подождать, потому что я бы не хотела сидеть и постоянно, ну, ноги у меня не чешутся, но вот здесь, и, ой, ужас, кто через это проходил, тот знает, скорее всего, просто ослаблен организм, или это связано с пищеварением, вот. Это не зависит от косметики, еще от чего-то. В прошлый раз у меня было все в комплексе, но точно не от косметики. Так, пойдем с вами готовить, потому что на сегодня я запланировала быстрый ужин и также пирог из цукини. Беру вас с собой. Когда у меня очень мало времени, я делаю такой быстрый ужин или обед. Это паста. Паста с курицей в томатном соусе. Покажу вам. Возможно, это вас вдохновит. Рецепт очень простой, и если у вас нет идей, то я думаю, что все эти продукты доступны всем и каждому, и вы приготовите что-то похожее. Можно также добавлять и цукини. Короче говоря, что нам понадобится? Паста. Малышам возьму эту себе цельнозерновую. Это у меня сливки 30%, но можно и без них. Я как-то показывала вам, как я делаю соус а-ля болоньезе. Ну, это что-то на ту же тему. Помидоры. У меня вот такие баночные. Если у вас уже есть хорошие, свежие, я спешу, я говорю. Поэтому у меня всегда есть что-то такое на случай X. Если вообще есть 15 минут на обед или ужин. Потому что я еду потом к доктору. Нужно еще поехать за малышами. Здесь курица, чеснок, лук, еще орегано, базилик, соль и перец. Черный перец, и еще можно добавить чили. Разогреваем сковородку с растительным маслом. Тем временем нарезаем лук. Нарезаем курицу небольшими кусочками. Я думаю, что для двух взрослых достаточно будет одной части куриного филе. То есть не двойное берем, а одну грудку. На немаленьком огне поджариваем лук вместе с курицей. Так, все кладем. Чтобы все немножечко подрумянилось, но не сильно. Теперь добавляем чеснок. Я все-таки возьму 2 зубчика. Соль, перец и орегано. Быстренько все нужно сделать. Можете взять нарезанные помидоры без кожуры или вот такие баночные, как у меня. Доводим до кипения и практически готово. Если не хватает соли, то еще раз солим. Если вы любите чуть-чуть сладенькое, помидоры для вас кислые, то добавьте чайную ложечку сахара. И если нравится острое, я сейчас острое есть не могу, но можно также взять немного красного перца. Перца чили, перца кайен. Я не знаю, чем они отличаются. Если вы знаете, то просветите меня. Теперь берем сливки, где-то около 100 мл, и просто выливаем их. Я многое делаю на глаз, поэтому с пропорциями у меня все приблизительно, но я стараюсь говорить. И у меня еще есть свежий базилик, я вот не стану его резать, а просто вот так целеньким побросаю. И еще раз доводим все до кипения. В это время отвариваем макароны, и ваш быстрый ужин готов. В этом случае мой. Сахар, тебе вкусно было? Нет, очень-очень-очень. Очень-очень-очень вкусно. Завар смолотил все. Свинка ты маленькая. Загар в тарелку, а не в телевизор. Да, очень вкусно, реально. Жду в очереди в лабораторию. Она так медленно продвигается. Я вышла, а здесь так красиво. Вот все в основном посещают только самый центр Кракова. А если немножко, ну вообще-то я в центре нахожусь, но если чуть-чуть свернуть какие-то улочки, то здесь тоже очень атмосферно. Многие дома ухоженные, особенно госучреждения. Да, я нахожусь в каком-то университетском здании, и еще 10 человек передо мной. Очень часто в этих красивых зданиях есть
ворота и между домами находятся парковки. Они или для местных жителей, или для тех, кто здесь работает. Вот здесь такой уютный дворик. Они не всегда такие красивые, но они довольно большие. И это еще не все. Если пройти чуточку дальше, иногда эти дворики еще больше, но они как бы для отдыха. И здесь находится местная библиотека, университетская, скорее всего, потому что здесь также отделение международных отношений. Какого-то из университетов, не дочитала какого. Вот главный вход. Я зашла с другой стороны, и сейчас можно выйти на второй стороне улицы. Ну, как тоже в университете Шевченко, в котором я училась, очень похожий стиль. О, теперь я знаю, что это научная библиотека. Их довольно много в Кракове, всяких разных. Я же говорю, мы находимся в центре, здесь всегда много туристов и много костелов. Я даже не знаю, сколько их в Кракове, но тысячи. У меня такое впечатление, что вот реально тысячи. Куда ни глянь, везде костел. Еще два человека передо мной. Здесь есть кафе, в котором я, скорее всего, пообедаю. И вот, к счастью, в сумочке я нашла батончик. Я купила его в Лидле. Он сырой, с какао и прямо, знаете, с такими кусочками. Сырого какао, без сахара, веганский. И он на основе финика и зерен какао. Все, больше ничего нет. Энергия. Короче, девочки, что произошло? Несколько слов о медицине в Польше. Я, как частный предприниматель, каждый месяц плачу социальную страховку. И, в принципе, как бы, когда у тебя что-то серьезное, ты попадаешь в больницу, и, там, не знаю, трансплантация чего-то, серьезные операции проводятся, конечно же, бесплатно за счет государства. Но не во всех случаях. Я помню, когда-то, когда мы лежали с Захарчиком в больнице, ему делали операцию в Киеве на сердце, то также была девочка из Польши, которая приехала делать операцию в Украину только потому, что очередь на такую операцию, как у нее, была слишком большой, то есть ребенок мог бы умереть, пока дождался бы своей очереди. Я понимаю, что это как бы не проблема докторов, что их не хватает, что им мало платят, что медсестры также мало зарабатывают, и это довольно сложный вопрос. Но я к тому, что, вот знаете, когда у тебя что-то такое мелочное, там, типа дерматолог и так далее, ты, конечно, можешь записаться и ждать месяца, то и два, но вот лично я испытала на себе все прелести вот таких мелочей, потому что сначала я думала, что у меня просто так чешется голова и что-то еще. Думаю, ну, мало ли, может, аллергия, может, у меня перхоть там. Тетя говорит, может, у тебя вши, но, знаете, как когда маленький ребенок, может быть, что угодно. Вот, и через несколько дней я поняла, что все эти симптомы настолько усиливаются, что это уже не шуточки. Чтобы записаться к частному дерматологу за немалые деньги, тоже нужно ждать несколько дней. И пока вот эти вот несколько дней проходили просто в ужасе, я уже не буду рассказывать вам о симптомах. Короче говоря, я пошла к дерматологу, она посмотрела и говорит, а у вас грибок? И она это сказала с таким лицом, с такими квадратными глазами. Мне как-то аж даже неловко говорить, что у меня грибок, но, блин, вы сейчас поймете, к чему я это все. И она на меня смотрела так, как будто я не знаю, что там со мной произошло. И, значит, она говорит, у вас нетипичный грибок. Во-первых, он очень агрессивный, он очень быстро развивается, то есть он разносится со скоростью света. И она говорит, что этот вид грибка, во-первых, в основном цепляют дети. И она начала спрашивать, есть ли у вас там СПИД, ослаблена ли у вас иммунная система. Короче, она меня направила на миллион анализов и печёночные пробы. Нужно сдавать щитовидку, проверять. Говорю, я щитовидку проверяла несколько месяцев тому назад. Вот результаты анализа. Она, нет, нужно еще раз. Короче говоря, суть в том, что она зашугала меня так, что я приехала вчера в таком стрессе. Мне казалось просто, что весь мир вокруг меня рухнул, и что с этим нужно что-то делать. И она также сказала, что есть подозрение на экзотический вид грибка, который водится в Азии, в Африке. И где его подцепила? Даже детский. Я понятия не имею, потому что у мальчика все нормально. Я спросила в садике тоже все нормально. И она говорит, в аэропорту, в гостиницах можно было подцепить. Но в основном как бы взрослые люди с нормальной иммунной системой,
не цепляют такие болячки. А что со мной не так, я не знаю. Не могу сказать, что я себя плохо чувствую там или со мной что-то неладное происходит. В прошлом влоге я говорила вам, что первый день критические дни. В первый день мне немножко плохо до половины дня, а потом как бы ситуация налаживается. И она меня зашугала так, что вообще там нужно проверить все. Я недавно сдавала кровь, морфология, все нормально. Ну, в общем, при том, что я плачу социальную страховку, я за эти два дня потратила уже $150 на анализы, на дерматолога. И прикол в том, что она назначила мне какие-то препараты. Значит, антибиотик, антигрибковое, что-то еще там. Короче говоря, вот такой список того, что мне нужно делать. Это все не шуточки, но просто она также рассказывала о побочных эффектах, которые могут быть, но они не обязательно будут, вплоть до того, что у меня там будет ослаблен организм, будут проблемы с пищеварением, что меня будет тошнить от этих препаратов. Она говорит, что если это этот агрессивный экзотический грибок, результаты анализов, на которые нужно ждать целый месяц, представляете? Она говорит, мы не можем ждать, поэтому вы получаете самые сильные препараты, принимаете эти лекарства, но учитывайте то, что будут и головокружения, могут быть и отеки. И, короче говоря, после этого нужно будет чистить печень. И я вчера приехала домой, такая, блин, как меня угораздило. Ну, то есть она захотела, я так понимаю, перестраховаться. И даже если это просто детский грибок, она сказала, что взрослые люди это жестче переносят. И, ну, она один раз в своей практике встречала такую ситуацию, когда взрослый заболевал детской болезнью. Но так как я переболела скарлатиной в возрасте 30 лет, я ей тоже это сказала, при том, что, как бы, блин, у меня нормальный организм, ничего такого сверхъестественного со мной нет. Ну, чтобы я там постоянно болела, даже тьфу-тьфу-тьфу, за эту зиму у меня практически не было простуд. Там какие-то мелочи, которые проходили через 2-3 дня. Короче говоря, она меня так нашугала, что я уже... И у меня тут болит, и тут чешется, и тут, короче говоря... И она назначила мне этот препарат, и его невозможно так просто купить. То есть я заказала его в аптеке, и только сегодня вечером я его заберу. Я поехала также в эту лабораторию, чтобы у меня все взяли там на анализ. Мне расчесали снова всю голову. Оно болит, оно чешется. Короче, я целый день хожу с антисептиком и сбрызгиваю все то, что она, ну, короче, тем, что она мне там тоже назначила. И она сказала продезинфицировать там все вот эти вот, не подлокотники, а, ну, вот эту штуку, подушки, все на свете. Чем она... Почитайте в интернете. И Тома говорит, может, надо поискать другого дерматолога, но, опять же, к другим дерматологам нужно стоять в очереди. А я тут просто, блин, с ума схожу от того, что происходит. Ну, в общем, ситуация такая, знаете, не критичная, но говорит о том, что каждый раз, когда что-то со здоровьем не так, нужно сразу обращаться к доктору, потому что я тянула, думаю, нет, перхоть, там еще что-то, аллергия. Короче, девочки, не шутите со здоровьем, и если вас что-то беспокоит, если есть какие-то там симптомы, сразу идите к врачам. Но врачи также бывают разными. Если меня смотрят медики, то, пожалуйста, думайте о том, как кто-то может воспринять информацию. То есть у меня еще, знаете, какие-то там несерьезные эти самые, а когда ты говоришь человеку, особенно впечатлительному, который там на эмоциях, что он болен каким-то очень серьезным заболеванием, то даже такую информацию можно преподнести по-разному. Вот. И можно настолько морально прибить человека, который и так болеет, ему и так плохо, еще и в моральном плане можно загнобить, и у человека как бы сразу ломается вот этот внутренний стержень. И психология, я просто верю в то, что психология очень сильно влияет на наше здоровье. В принципе. И то есть, если человек болеет, ему нужно работать еще и на психологическом уровне, чтобы побороть эту болезнь. Иногда, вот знаете, просто руки опускаются, и ты уже ничего не делаешь, у тебя нет такой вот, такого рвения к жизни, ты не хочешь за нее бороться. И если меня так напугали с каким-то грибком, ну, я впечатлительна, это одно дело. Но точно так же человеку с такой же психикой, как у меня, можно озвучить серьезный диагноз. И это, конечно, печально. Вот, некоторым нужна такая встряска, и кто-то наоборот, типа, вот, блин, мне сказали, что я там, не знаю,
серьезно болен, я буду бороться до конца, а кто-то может реально опустить руки. Вот, и в Польше так совсем, я помню, у меня было воспаление глаза, я подхватила какую-то инфекцию, и мне тоже сказали, приходите через 2 месяца, а я в положении, я с ребенком, мне тоже просто такие, приходите, будете стоять в очереди, да, и я сказала, знаете что, я на 7-м месяце беременности, я говорю, я буду стоять тут под кабинетом доктора, я не уйду, пока меня не примут, потому что у меня, ну, как бы, откуда я знаю, что у меня с глазом, у ребенка вообще глаза утром не открываются, ну, то есть я в положении, и вот второй ребенок, я не знаю, как это повлияет на мой плод, и это вот всего касается в Польше, сколько бы ты ни платил этой социальной страховки, это просто жесть. И к частникам обращаться. Вот многие мне также девочки писали в Инстаграме, что когда обращаются к частным докторам, они наоборот еще начинают высасывать деньги, то есть направляют специально какие-то лаборатории там определенные, сдавать анализы. А потом нужно регулярно приходить на консультации. Может, и нужно, но они запугивают и они втягивают. Мне вот написало человек 10, да, что они как бы подсаживают, ходи, 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 или стой в очереди, пока ты, блин, не крякнешь. Так что вот это меня выбешивает. То есть не грибок даже, а отношение докторов к пациентам и вообще вот эта социальная служба в Польше. Это касается не только Польши, мне кажется, что в Европе точно так же. Но как-то так странно платить социальную страховку. Я знаю, что многие ее просто не платят, но, с другой стороны, знаете, когда отцу Томака бесплатно, да, он стоял в очереди, он ждал, но ему бесплатно поменяли сустав тазобедренный. И, неправильно я говорю, ну, в общем, часть бедра ему поставили, и вся операция абсолютно бесплатна, пребывание в клинике тоже бесплатно, и реабилитация, и санаторий, и вообще как бы. И когда они пытались отблагодарить, он пытался отблагодарить там медсестер, докторов, они вообще ничего не захотели принимать. Но я знаю, что медработники также зарабатывают слишком мало здесь. И в этом проблема. И идут учиться на докторов, но, наверное, не так охотно, или же уезжают работать за границу. Вот такая ситуация. Ну и, конечно, тоже был такой плюс. Я платила социальные страховки, и потом, когда рожала, я в роддоме вообще ничего не платила. Они даже не взяли там кофе, конфеты, которые Томак приносил, на цветы, они себя оставили. И все. То есть они сказали, что нет-нет-нет, мы не можем, спасибо большое. Но остается надеяться, что это когда-то разрулится. Я думаю, что в каждой стране есть свои прелести медицины. И все-таки доктора – это великие люди и учителя, я считаю. И такие профессии должны очень сильно цениться, потому что это, к сожалению, обесценивается. А учителя учат нас уму, разуму развивают, учат тех же докторов, преподавателей, да. И доктора спасают жизни. Вот. И многие как-то не думают об этом, просто злятся на медицину, что все так происходит, что все берут там взятки, что все это дорого стоит. Да, но доктора очень важны и нужны, и вообще медработники, а медсестры, а уборщицы во всех этих и гос, и частных учреждениях, да. Вы представляете, как мало они зарабатывают и как много они работают? Как-то так нечестно получается. И мне кажется, что все вот эти вот взятки и все остальное связано именно с этим. Блат, ну, я имею в виду, что кто-то там без очереди куда-то попадает. Одно связано с другим. Профессии обесцениваются, и доктора зарабатывают мало. Отсюда всякие проблемы. Но будем надеяться на то, что это когда-то исправится во всех странах, не только в Польше. И желаю вам всем здоровья и не сталкиваться с такими неприятными моментами в жизни. Я, конечно же, уверена, что скоро я поправлюсь, но просто вот эти дни мне нельзя многого есть, мне нельзя многого делать. Ну, в том плане, что заниматься спортом, чтобы не потела голова. Я буду пить свои препараты и также... Хочется верить в то, что это не какая-то экзотическая болячка, от которой можно и полысеть, и все остальное, потому что она меня реально нашугала, что да, это вызывает лысение, и остаются шрамы на голове и так далее. Я уже не хочу
вдаваться в подробности, но поверьте мне, что она рассказала во всех красках. Может, с одной стороны, и правильно, чтобы я была морально к этому готова, но надежда умирает последней. 18 числа будут первые результаты анализа, в следующие 20 августа. Так что вернусь из Украины и потом только получу. Все можно забрать онлайн. И спасибо. Спасибо вам за то, что вы были сегодня со мной. За то, что, скорее всего, держите за меня кулачки. Что все скоро наладится. И я иду обедать. Буду монтировать для вас влог. Все, всех целую, обнимаю. Пока-пока.